В Севастопольском академическом театре танца готовится к премьере. В субботу зрителям покажут танцевальное шоу «Фантастика». В концертную программу вошли лучшие номера, которые когда-либо были поставлены в театре. Название «Фантастика» отражает уровень насыщенности, сложности и динамики номеров. Это такой букет из основных танцев. Если это европейская программа, то в основе лежит 5 обязательных европейских танцев. Если это латиноамериканские танцы, то 5 обязательных латиноамериканских танцев. По словам директора театра танца Александра Вадимовича Елизарова, это своеобразный экзамен для артистов. В программе задействована практически вся труппа, более 40 человек. Постановке каждого номера, а их в программе 20, уделяется много времени. Артисты должны действовать слаженно, чтобы не было заметно, как один танец плавно перетекает в другой. Техническая составляющая номеров выведена на максимальный уровень, что в свою очередь требует очень высокой самоотдачи и очень высокого технического уровня самих исполнителей, самих артистов. Музыкальное сопровождение абсолютно разное, но это шоу чисто построено на бальной хореографии. В программу вошли и массовые, и сольные танцы. Премьера танцевального шоу состоится в субботу, 28 февраля, в 18 часов. Кроме того, зрители смогут увидеть «Фантастику» в ближайшие выходные, 1 и 8 марта.